первую очередь в планах властей поменять разрушенные 170 метров коллектора. Сейчас работы в самом разгаре. Рядом со сгнившей трубой специалисты прокладывают новые сети из полиэтилена. Им не будут страшны даже землетрясения. Пластиковый коллектор в Хакасии проводят впервые, хотя в городах-миллионниках этот материал используют давно. Эти трубы, по крайней мере, не подвержены коррозии, не подвержены гниению. И они, конечно, у них срок годности будет намного дольше, нежели железобетонных труб. По крайней мере, на ваш, ребята, век хватит с потрохами. Новые трубы толщиной 10 сантиметров, диаметром в 1.5 метра, поэтому их пропускная способность в разы выше, чем у старого железобетонного коллектора. На первые ремонтные работы республика потратит 10 миллионов рублей. Первый раз мы их ложим. Учимся на ходу. Но тем не менее, начал я в субботу ложить 2 трубы за день. Сейчас уже 3 ложу. А к концу уже, наверное, 4 в день. Коллектор в районе Калинина прорвало в середине марта. Бетон разъели кислоты. По словам специалистов, коммунальная авария могла бы привести к настоящей экологической катастрофе. Если бы не частоты попали в грунт, рядом находятся питьевые скважины. Властям даже пришлось объявить режим ЧС, чтобы в срочном порядке найти деньги на ремонт. Были жалобы, что мы, в общем-то, не быстро приступили к работам, но это было просто необходимо, то есть обследовать. Обследовали порядка 2 километра участка данного коллектора. Было выявлено самые, узкие места, где обрушения уже, то есть, значительные. Капитальный ремонт первой части коммуникации обещают закончить в конце июня. Дальше в планах обследовать все 5.5 километров коллектора. А за 4 года власти республики обещают полностью заменить все сети. Простая арифметика говорит, для этого потребуется сотни бюджетных миллионов. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.